На канале RTVI время международных новостей. В информационной студии работает Сергей Кения. Здравствуйте. Итак, сейчас в мире. Молниеносная реакция. Не успел Совет Федерации России одобрить обращение президента Путина об использовании войск за границей, как ВВС страны взяли курс на Сирию. По данным западных СМИ, Москва направила в Арабскую Республику авиацию, которая уже даже нанесла первые удары. А турецкие СМИ утверждают, что на протяжении последних недель корабли ВМС России, перевозящие военное снаряжение, проходят через Босфор в Средиземное море. Как Москва намерена разрешить сирийский кризис? Российская альтернатива западной коалиции в материале моей коллеги Нины Шамуги. Москва нанесла первый авиаудар в Сирии по пригороду Хомса. Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил информацию о начале операции. Авиаудары наносятся по военной технике, узлам связи, транспортным средствам, складам оружия исламистов. Прокомментировал ситуацию и российский президент. Мы, разумеется, не собираемся погружаться в этот конфликт, что называется, с головой. Наши действия будут осуществляться в строго заданных рамках. Во-первых, мы будем поддерживать сирийскую армию исключительно в ее законной борьбе именно с террористическими группировками. Во-вторых, поддержка будет осуществляться с воздуха, без участия в наземных операциях. И третье, такая поддержка будет ограничена по времени, на срок проведения сирийской армии наступательных операций. Мы исходим из того, что окончательное и долгосрочное урегулирование в Сирии возможно только на основе политических реформ и диалога между всеми здоровыми силами страны. Авиация Асада тоже бомбит север провинции Хомс. По данным Сирийского центра по соблюдению прав человека, в результате погибли по меньшей мере 27 мирных жителей. Среди жертв – женщины и дети. Военные эксперты тем временем рассуждают о стратегии борьбы с ИГИЛ, которой нужно придерживаться России при нанесении воздушных ударов. Первое – это разрушение финансовой инфраструктуры, то есть нефтяных месторождений и нефтеперегонных заводов, выручка с которых позволяет им вербовать наемников. Также надо ударить по мобильным бронегруппам боевиков, основной ударной силе ИГИЛ. А вот разговоры о необходимости бомбить лагеря спорные. Американцы и французы бомбят их уже полтора года, но толка там никакого. Приток людей в ИГИЛ продолжается. В Дамаске же рассчитывают, что удары российских ВВС придутся по всем террористическим группировкам, действующим в стране. А для режима Башара Асада террористы – это и Исламское государство, и сирийские мятежники, то есть оппозиция. Не сомневайся в том, что Москва, оказывая военную поддержку официальному Дамаску, поможет ему обуздать и политических противников, на Западе решили, против Асада необходимо уголовное дело. Франция начала расследование военных преступлений режима сирийского президента, совершенных в первые годы вооруженного конфликта в стране с 2011 по 2013. Страны ЕС и США не раз заявляли, Башар Асад должен оставить власть и не может играть роли в будущем страны. На этом настаивают и суннитские государства региона. Для Асада нет будущего в Сирии, и есть только два варианта урегулирования. Первый – это политический процесс, во время которого будет создан переходный совет. Второй вариант – военное решение, которое также закончится смещением Башара Асада. О перемирии в разгар войны заговорил президент Чехии, вполне лояльный к российскому руководству. Милош Земан делится закулисной информацией. Якобы сирийские власти и оппозиционные лидеры, которые сейчас ведут переговоры о прекращении огня в Женеве, собираются подписать итоговое соглашение о перемирии в Праге. Увидит ли свет пражская декларация, наверное, станет ясно после российской операции в Сирии по принуждению к миру. Нина Шамугия, RTVI. Оружие российского производства перехвачено в море у берегов Омана. По данным ближневосточных СМИ, силы арабской коалиции, воюющие против шиитских радикалов в Йемене, арестовали иранское рыболовецкое судно, на борту которого был целый арсенал. 18 российских противотанковых ракет «Конкурс», свыше полусотни других противотанковых комплексов, 15 комплексов батарей, системы наведения оружия и иное военное оборудование. 14 членов экипажа, включая капитана судна, задержаны. Инцидент произошел еще в минувшую субботу, но известно о нем стало только сейчас. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция ранее неоднократно обвиняла Иран в поддержке мятежников хуситов. В апреле Совбез ООН принял резолюцию, запрещающую поставки оружия шиитским боевикам Йемена.
В Ираке освобождены 16 турецких рабочих, похищенных террористами 4 недели назад. Мужчины были доставлены в консульство республики в городе Басре. Ранее на свободе оказались двое других заложников. 18 турецких граждан были похищены 2 сентября на территории стройплощадки Олимпийского спорткомплекса на окраине Багдада. Вооруженные люди в масках и военной форме увезли их в неизвестном направлении. Как сообщается, за похищением стоит шиитская группировка «Эскадрон смерти», выступающая против политики властей Турции в Ираке и на Ближнем Востоке в целом. Большая семерка. Арабские государства Персидского залива и несколько европейских стран помогут беженцам. В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН была достигнута договоренность о выделении на эти цели 1 миллиарда и 800 миллионов долларов. Средства будут направлены Управлению ООН по делам беженцев и Всемирной продовольственной программе. Впрочем, как признал объявивший о решении глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, в глобальных масштабах для оказания помощи вынужденным переселенцам только в этом году реально потребуется 20 миллиардов долларов. По его словам, сегодня число беженцев является самым большим с момента окончания Второй мировой войны. Альтернатива продуктовым талонам. Министерство промышленности и торговли России готовит программу помощи по продовольственным карточкам. Коснется она каждого 10-го гражданина страны. По оценке замглавы ведомства Виктора Евтухова, в программе примут участие около 15 миллионов малоимущих россиян. На специальные банковские карты им будут зачисляться средства, которые можно будет потратить только на продукты отечественного производства. Импортные и непродовольственные товары приобрести таким путем не удастся. Как отметил Евтухов, на проект потребуется около 240 миллиардов рублей. По мнению чиновника, развитие адресной продовольственной помощи может подстегнуть рост ВВП России. Итак, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. О развитии событий в следующих выпусках у моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго.